Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего дуэльного турнира. В этот раз игра будет спокойная некоторое время, потому что играем мы на континентах, значит, встретимся не скоро. Я забыл вам показать выбор нации, просто сейчас вам скажу, что вот у моего соперника, он хост, был выбор между Швецией, Сиамом, Индонезией, Зулусами, Германией и Гунами, он выбрал Гунов, а у меня были Австрия, Египет, Марокко, Монголы, Майя и Кельты. Ну, я взял Майя, исходя из того принципа, что у них их здание научное. Тут, собственно, континент и игра до того, игра на развитие, кто первым выйдет во фрегаты. Я считаю, что уникальное научное здание, тем более, которое дает веру, и я могу еще и религию принять побыстрее, в данном случае лучше, чем все остальные бонусы других наций. Так что Майя – мой выбор. Ну, на этом все. Давайте играть. Так, ну, как всегда... Точнее, не как всегда, но частенько у Майя, конечно, место появления не очень откровенно. Ну вот леса есть, но с холмами проблемка. Вот по идее можно было бы тут встать, но когда я вырублю лес на красителях, можно будет меня обстреливать. С другой стороны, играть как бы на морской карте, исходя из того, что на тебя будут фрегаты приплывать... Ну, точнее, на континентах. Это немного странно. Так что я думаю, что стоит походить и посмотреть, и какие тут еще места есть. А потом уже... С другой стороны, если я сюда пойду, я тут немножко больше ходов потеряю. То есть я к тому, что... Не стоит мне волноваться, что я тут вырублю лес, и ко мне приплывут фрегаты из большего количества мест могут обстреливать. Так они могут с трех мест, а так будут с четырех. Я сам должен приплывать фрегатами, правильно? А так вообще, ну, ресурсы есть. Какие-то холмы есть, как минимум вот три холма. Да, три холма. Так что ставлю тут вот еще холмы, кстати. Нормально, нормально. Сразу есть ресурс с едой и молотками. Так как у нас континенты и нету руин и варваров, то строить мне скаута тут смысла нету. Я пока буду ходить своим вот этим чоботом, дуболомом, исследовать территорию. К тому моменту, как у меня будет поселенец, а это воля. О, Кайлас, это круто. Теперь надо вот тут рядом с ним исследовать побережье, чтобы там поставить город. Так вот, к тому моменту, как у меня появится посел, я, по идее, должен одним вот этим дуболомом все исследовать. Ага, вот тут какие-то места уже наклевываются. Надо, наверное, выше, потому что я тут вижу, вот есть холмы. Сейчас вот так вот пройдем. Главное, чтобы тут был проплыв между этими городами, чтобы можно было морскими караванами кушать. У нас правило, если находишь Эльдорадо, то 500 золотых, которые тебе даются, ты обязан потратить именно на первый встреченный ГГ, город-государство. То есть ему эти 500 золотых отдать. То есть ты бонус хоть какой-то получаешь, но это не тот классный бонус, когда ты за эти 500 золотых можешь поселенца купить и так далее. То есть не так круто ГГ находить. Так, ага, ну вот на этом пустынном, да, вот на этом пустынном, блин, а проплыть нельзя. Тогда мы, видимо, без Кайласа обойдемся, потому что здесь религия, как вы понимаете, ну, что мне
даст религия в игре на науку. То есть у кого быстрее будет наука, у кого быстрее будут фрегаты. Даст производство, конечно, да, вы можете сказать. Но у меня и так мое здание... Даст мне религию, я так думаю, что я первый приму религию. Блин, один ход придется без еды посидеть. Так, ну, рабочего один ход построим, а потом переключимся вот на эту пирамидку. Так. И пирамида. Кстати, что у нас? Давайте-ка Animal Husbandry, а потом календарь. Какой бы нам пантеон взять? С лодками мне тут не очень повезло. Вот тут, кстати, неплохое место для города. Вот сюда, если его поставить, ну, как вариант. Вот тут две лодки. Ресурс роскоши оригинальный. Еще, кстати, не нашел ни одного ГГ, к сожалению. Проверю, идет ли запись. Идет. Так. Еще бы оленей быстрее. Давайте-ка после пирамиды, может, лучше амбар построим. Нет, рабочего. Рабочего. Надо много вырубать, строить. У меня производства нету, без рабочего у меня его и не будет. Поэтому мне нужен рабочий для этого дела. Кайлас, к сожалению, неудачно стоит, чтобы мне к нему ставить... Ну, может быть, третий город поставлю, так уж и быть. Третий можно, но второй надо обязательно, чтобы бегали караваны. О, это удачненько. О, еще лошади. Так, что там с производством у моего соперника? Ну, у него, ну, он гун, понимаете, у него лошади все-таки, они сразу есть, во-первых, да, то есть у него сразу открыта эта теха, впереди на одну теху в любом случае. Ставлю на то, что он еще и будет библиотеку пытаться построить. Кстати, можно следить по демографии, если он не выйдет в быструю библиотеку, в том плане, что... поставит второй город, а потом только библиотеку начнет строить, то... Так. О, здесь мрамор есть. Может быть, тут будет неплохое место для города. Так, у меня два хода до пантеона. У меня три плантации, два пастбища. Наверное, надо взять культуру с плана. Ну, хотя вот, например, если я тут ставить буду город, то тут есть мрамор, камень. То есть у меня... Ну, блин, мне брать как-то веру, играя за религиозную нацию. То есть я и так веру буду получать сейчас. Ну... Ну, не знаю, в общем. Сомнения меня... Ладно, сейчас... Посмотрю, что у нас вообще еще есть. Блин, ну тут так себе место. Походу, мне вот тут надо будет город ставить. Так что... Тут пастбище. То есть мне либо брать культуру от плантации, либо культуру от пастбища. На лодке производство от лодок. Ну, блин, у меня только две лодки, и то не скоро будут. Вино... Две науки. Нет, возьмем
от плантаций. И успокоимся. О, здесь вот пониже может быть неплохие места для города, кстати. Так, давайте-ка после рабочего сразу посела. Так, что у нас с производством? Еда мне больше не нужна. 3. Вот так лучше. Пускай золото тоже будет. Так. О, вот где у нас, походу, место для второго города. Да, но там может быть города-государства. К сожалению. Ну, рост одинаково, еды одинаково, производство прилично. Но он, видимо, у него там есть холмы, и он, видимо, включил на постройку поселенца. То есть прям переключил, ну, то есть когда поселенец, еда не тратится. То есть ты можешь прям ставить все в еду. Все в производство, в смысле. Так, ну нормально. Может, мы сейчас купим еще... Купим вот этот еще холм, и пусть он у нас побыстрее будет. То есть у нас вот раз производство и два производства. Все остальные производства нам надо... Ну и сейчас вырубим лес. На этом, и у нас побыстрее пойдет. Так, производство. Производство 8. Так. Ну вот, надо быстрее. В общем, одно место у нас есть вот тут. Сейчас еще вот смотрю это место. Это вот выглядит попроизводственнее, конечно. Тут и леса для... Блин, так и знал. Так и знал, что ГГшка будет. Ну, у него мы заодно сейчас собрем рабочего. Так, давайте все-таки железо. У меня мало производства, поэтому надо в железо сначала заходить, а потом уже... Великий маяк. Ну, отлично. А я сейчас не буду заключать мир. Я сейчас разграблю пшеничку. Он все равно тут моему дуболому пока ничего сделать не может. Четыре хода до посела. Нормально, нормально. Так. Раз, два, три. Ну, я могу... Не, ну, блин, на цитрусовый ставить фигово. Вот сюда поставить город? Нет, я считаю, что вот тут место намного лучше для города. И производство больше. Так что... Так что нет. Так, обрабатываем счастье. Теперь можно... А, сейчас еще разворуем и заключим мир. 24 денежки заработали, чем плохо. Потом сейчас дальше пойду. Я думаю, тут, конечно, конец, но схожу на всякий случай. Так... Два хода до поселенца. Что там у него? Он поселенца еще строит. Ну вот видите, у меня 4 еды, у него 3 еды. Это понятно, что
с таким количеством еды невозможно содержать трех жителей. Три жителя требуют шесть еды. Каждый житель по две еды. Соответственно, четыре еды – это нехватка. И у него, значит, мы оба строим поселенца. Сейчас посмотрим, кто раньше построит. Если мы одновременно построим, лично меня это обрадует, потому что он начал строить раньше, чем я. Тут надо разведать, посмотреть, тоже какие-то места неплохие. Но я все равно тут не буду второй город ставить, потому что у меня просто караван не добежит до столицы. Раз, два, ну, предположим, если я вот тут поставил, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, вообще 30 клеток. А там, по-моему, в начале, что у меня с железом? 6 железа на фрегатике есть, и, собственно, больше... И все, только на фрегатике. Только на ну, 6 фрегатов этого достаточно, на самом деле. Так, значит, счастья мне будет достаточно. Давайте-ка мы лошадей обработаем, ну, чтобы производство получить. Еда от лагерей, это неплохо. О, ну, мне он, видите, даже советует там ставить. Так, слушайте, а мне вот тут советуют. Может, тут поставить действительно, а не тут? Чем лучше тут? Тем, что я дотянусь до Кайласа. Точно, мне надо тут ставить. Это хорошее предложение от компьютера. И, блин, фу, не умерло, черт. Чуть опять... Это какой-то у меня проблема какая-то, я смотрю, с умиранием жителей. Реально все постоянно забываю, когда... Заканчиваю строить поселенца. Так, ну... Нет, еще строит. Интересно. Ну, он, видимо, лес не вырубал. Он просто строит поселенца и все. Ну... Неужели у него леса нету? Все еще строит. Так, давайте-ка подумаем. Ну, пускай тут культура идет. Производство мы сюда переключим и сюда. Вот так. Да, вот тут место лучше, несомненно. Хоть, типа, подальше идти, но и рыбу я эту потом достану, то есть у меня будет две рыбы, и... Кайлас в итоге, то есть плюс два счастья на дороге не валяется, как говорится. Боже, он все до сих пор поселенца строит. А я уже город ставлю. Отстаешь. Так, как раз два хода и начнем библиотеки. Потом... Караванчики, отлично. Так, три, четыре. Все, построил он, видите? Переключился, 13-13. Ну, неплохо у него, конечно, с производством, откровенно. Очень неплохо. Не знаю, кстати, какой у него там город-государство, что ему... Знаете, если у него 13 еды, я думаю, что это город-государство морской, то есть на еду. Так, здесь растем. И строим... Блин, пирамиду или... Не, давайте... А... Пирамида все-таки науку дает. Давайте с пирамиды начнем. Что у нас тут?
Только 1 ГГ я нашел. Надо, конечно, больше. Зато у меня науки больше, чем у него. Так, библиотечку. Закончили производство. Так, я тут, наверное, этот лес вырублю, когда буду строить каргошип, чтобы быстрее отъедать мои владения. Так, что у нас? Блин, ну строить великую библиотеку с таким отставанием по производству. Еду взять? Нет, еду возьму, потому что со счастьем у меня тут все норм. Мне еще сахар обработать, еще слоны будут. На еду. Ну, сейчас у меня столичка побыстрее вырастет. Так, знаете что, давайте-ка мы вырубим лес на железе и присоединим железо. Точно, точно. Тут производство мы добавили. Все замечательно. Все пока идет по плану. Так, город он тоже уже поставил. Ну, все, я уже по еде вырываюсь вперед. Производство не так уж и большое. Отставание. Тут, по идее, должен еще какой-нибудь ГГ быть. По идее. Но будет ли он, неизвестно. Так, что мы обработаем на этот раз? Да, ну, великий маяк лучше построить, чем библиотеку, поэтому я в него пойду. Что у нас с рабочими? Кладку я еще не открыл, камень я не могу обработать. Пойдемте тогда... Пойдемте, видимо, лошадей обработаем. Утекали. А потом слонов. А, слонов, смотрите, я еще слонов не смогу. У меня охота не открыта. Ладно. В основном, я думаю, что я его опережаю вот настолько за счет технологий. У меня больше открытой технологии, чем у него. Он письменность даже не открывал. Может, он прямо в Великий Маяк идет? Не знаю. Но я все равно его попробую построить. В любом случае, Великий Маяк не помешает. Маяк мне тоже нужен. В Текале Великий Маяк буду в Поленке строить. А может, и не буду строить, кстати. Давайте-ка подумаем, нужен ли мне вообще великий маяк. Ну и что, что я буду на одну клетку дальше бегать? Зато я выйду раньше... Ну, эта теха все равно нужна. Блин, я вот просто думаю, может идти просто сразу в философию и все. Ладно, давайте пока откроем сейлинг. Сейчас я подумаю. О, вот какие еще места тут есть. Нехилые. Текаль и Поленки выросли. Так, Текаль у нас лошадок обрабатывает. Поленки. Железо обрабатывать. Все правильно. Сейчас мы в Поленке построим два караванчика, потом три ремку. Вот так. Что-то меня, знаете, что-то меня не тянет, честно говоря, строить Великий Маяк почему-то. Не знаю, почему как-то у меня вот не лежит к нему.
Так, это обрабатываем ресурсы и философию. Вот тут, кстати, неплохое место для третьего города. Он тут отъестся, а как вырубим джунгли, и производство будет, между прочим. И достать этот город сложно. О, смотрите, как скакнул вперед. Интересно, за счет чего? Ну, еда, производство, все пока рядышком. Техи. А, ну, смотрите, он не выходил еще в следующую эру. Собственно, как и я. $35 стоит. Не знаю, купить мне, не купить. Три хода. Он, наверное, третий город поставил. Что-то у меня такое... Мне что-то так кажется. Ну, посмотрим. Так, каменную кладку мы открыли. Сможем камень обрабатывать и можем мавзолей геликарнацкий построить. Нужен ли он нам? Другой вопрос. Восемь ходов. Просто мне что-то кажется, нету смысла строить чудеса, пока не принята аристократия. Собственно, в связи с этим я как-то к чудесам и не буду стремиться. Так. Ну, сейчас не смотрите, что Тикаль медленно растет. Сейчас в него побежит караван, и все в Тикале станет весело. Потом присоединим. Интересно, сколько? Ну, вот 35. Это немного, конечно, но останется 64. А сколько будет стоить Кайлас? Ладно, пока 2. Два жителя в городе, нету смысла тут как-то думать о том, сколько стоит присоединить Кайлас. Да, в три города играет мой соперник, поэтому нам надо выходить быстро в... Вот, открыл он, кстати, письменность. Выходить... В нацколледж двумя городами, быстро его строить и быстро выходить в Голиасы. Так, счастье. Значит, сахар. Так, отправляем в Тикаль. О, два хода. До роста Тикаля. Угу. 10 ходов амбар, 5 ходов. Так. Сейчас что-то не очень. Ладно, если на библиотеку переключим. Тут библиотеку, а тут как бы нам не нужен пока караван, потому что нам его отправлять некуда. Поэтому повременим. Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама 2GIS. Справочник и карта городов 2GIS знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Морской город. Может, дружить надо было с ним?
Мы соперник скаута построил, в отличие от меня. Растет, в отличие от меня. Только интересно, строит он библиотеку или нет? Так, производство 7 ходов, а философия 6. Так. Блин, может построить библу действительно? Возьмем обработку железа, построим колосс еще. Или драму и поэзию возьмем, и быстрее в теологию и компас выйдем. Почему нет? А может он трирему построил? С этим и равно как-то. Так. 5 жителей. 7 ходов. Да давайте библиотеку поставим. Сейчас вырублю тут лес. Все равно его там вырубать надо. И будет библиотечка. Ну, видите, так по берегу ко мне тут нету пока проплыва. Во всяком случае, я его не вижу. О, а Веллингтон хотел, чтобы я добавил к своей сети слоновую кость. Надо бы, конечно, его как-то в друзья затянуть. Так, да, надо вырубить лес, чтобы быстрее амбар там построился. Библиотечка быстрее построилась. Да, возьму драму и поэзию. Пойду в теологию, компас. Почему нет? Я очень быстро, благодаря этому, выйду в Голиасы. А там даже не в Голиасы мне надо, а в... Хотя в Голиасы, почему бы и в Голиасы не выйти? Или может... Ладно, я подумаю. В любом случае я драму и поэзию возьму, чтобы выйти в теологию. Так, да, аристократию. Приму аристократию, чтобы оно тут все быстрее строилось, все мои чудеса расчудесные. О, приплыл гун. Ну, я очень хорошо встаю. Видите, у него города с той стороны. Все-таки он трирему построил, а не... Они, то есть он тоже без скаута играл. Все, сейчас поплывет, оплывать. Ну, это замечательно. То есть я вообще могу пока не волноваться за свои караваны. Потому что ему надо тут оплывать все это дело. Фиг знает сколько. Отекает-то все растет. Так, ну тут нету проплыва. Это хорошо. Что у нас с населением? Ну, пока одинаково. Мне еще Кайлас, видите, 2 счастья даст. У меня, в принципе, счастье и так немерено. И стоит ли мне спешить с религией? Вообще стоит. Все-таки плюс 15% к производству — это нормальная штука. Хорошая. Так, ну что, будем... Наверное, надо тут ставить дуболома, чтобы он, собственно, и следил за перемещениями.
возможными соперника. Так, философию открою, кстати. Он в классическую эру еще даже и не вышел, как я понимаю. Да, в древней эре, то есть вряд ли он может строить великий маяк. Поэтому давайте сходим в оптику. 62. Надо запомнить. 62. Я вышел. Так, там амбар строится. 4 хода. Тут я дострою сначала карго-шип, а потом начну National College, потому что надо поленки тоже отъедать, она слабенько у меня растет. Так, а если мы сейчас переключимся вообще на еду? 2 хода. Нет, тогда не будем переключаться на еду. О, 70. Давайте купим, наверное. 6 ходов. Нет, подождем, пускай вырастет текаль. Так, берем. Или может, блин, понимаете, как бы колосс. Вот смысл мне колосс строить. Если у меня и так сейчас будет караван, мне 2 каравана достаточно, посылать его на деньги в Веллингтон? Вообще посылать его на деньги в Веллингтон надо, потому что апать фрегаты надо за что-то. Знаете что, возьмем-ка мы действительно... Все равно гун отстает от меня по развитию. Классическую эру он даже не вышел еще. О, тут и встанем, видимо. Ну, замечательно, меня очень радует, что ему дальше не проплыть. Так, 4 хода, пускай строится. Не будем пока расти. Оптику открыли. Так. Пойдем в гражданскую службу. Теология мне пока не нужна, а здесь сделаем, чтобы текаль вырос на Кайлас. Три хода, а так 7 ходов. Пять. Нет. Лучше быстрее построить этот караван и просто отправить его из текаля в поленки, и быстрее будет расти поленки, чем я буду переключать ее сейчас на еду, понимаете? Так, а что у нас с культурой? 11 ходов закрытия традиции. На 61 ходу, ну, обычное дело, 61 ход.
Ну что, попробовать тут великий маяк построить в этом городе? Собственно, тут больше мне ничего и не требуется. А в Поленке я после нацколледжа попробую колосс. Так, что у нас с армией? Он, походу, трирем настроил. Ну, в любом случае, у меня будет куда отступать. И к тому же у меня тут соглядатай стоит, если он тут будет плыть. Тикаль растет. Оставим пока здесь. Золотой век, кстати, вполне может скоро быть. Сейчас закончу. Или не знаю, или не переключать. Потому что надо нацколледж быстрее достроить. Ладно, пока так. Ну, по-моему, оптику он еще не открыл. Вообще в классическую эру еще не вышел. Он в Ancient Era до сих пор. Что он тут открывает? Не понимаю. Вот, вышел в классическую эру. Походу, он просто закрыл все технологии, выучил... В этой эре все. Ну это он зря отстает. Отстает. У него как минимум... Три триремы должно быть, если он строил действительно триремы. 317. Что у него с городами? Ну, города три. Как я и говорил, он играет через три города. Столица у него неплохо отъедается, а я с этим делом торможу пока. Производство, 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 производство. А здесь вот так производство. Отлично. Три хода. Денег у меня нету. Вот в чем проблема. И как раз для этого колосс мне неплохо зайдет. Ну некуда ему тут проплыть. Вот это единственный у него проплыв, я так понимаю. Это хорошо, но триремки мне все равно понадобятся. То есть он может атаковать, потом меня подводит сюда триремки, атакует, меняет их и пробьет когда-нибудь. Но тут довольно долго можно стоять, потому что я могу вылечиться. Но тем не менее, то есть надо проверять, как он тут ставит все. Строю нацколледж и вообще ваджор в тотальный аджор. Как раз закрою традицию, у меня будет акведук, то есть быстрее все это будет отъедаться. У него все-таки производство, понимаете? У него производство от плантации, поэтому... Но вот это небольшое... Отставание для трех городов против двух и для гунов, у которых лишний молоток не с плантации, я сказал плантацию, не с плантации, а с пастбища.
Так, что он там открывает? 77, 67. Ага, он в езду вышел зачем-то. Что у него там так много пастбищ? У меня, кстати, тоже нормально пастбище. Мне тоже конюшня не помешает, в принципе, в обоих городах. Так, что тут с армией? Ну, армия у меня не добавляется, так что... Меня это не должно беспокоить. Ну, традиционные в данном случае верования. На золото. Может взять мне... сразу... Нет, возьму все-таки плюс 4 от жителей и производства. Так, что тут стало обрабатываться? Два хода. Но я так понимаю, что тут пофигу уже. Все равно будет два хода на Цколледж. Тут нечего больше на производство переключить. Так. Так, тоже два хода. Девять ходов маяк. У нас еще три производства, два производства. Ну, вот так уже получше. Да, оставим пока так. Что-то у нее не приплыло еще ничего. Теперь камешек обработаем. Так, так, так. Бизонов попозже добавится. Вырубим, вырубим лес, да. Поленки один ход. Ну и так, три, так что не будем... Не будем переключать на камень... Так уж и быть. Добьем уже с железом. Кстати, у него-то железо есть. У него тоже 6 железа. Нормально. 8 лошадей. Слушайте, а у меня лошадей больше. Что-то у меня лошадей больше. Так, что там... Ну, я, видите, на еду уже переключился, поэтому у меня меньше. Ну, посмотрим, как оно тут дальше пойдет. Пока он по науке как-то так серьезно отстает. А, вот оптику он тоже открыл. Может, он пытается построить маяк тоже. Все, нацколледж есть. Теперь чистый отжор. Еда, 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 еда. Еда. Вот тут пока так. Так, и тут город вырос. Блин, не хватает чуть денежков олененка прикупить. Ну и тут на отжор поставим. Пока. Денежка открылась. Так, можем купить уже оленей, да. О, это уже намного лучше. А когда у нас там закрытие? Через два хода.
Хочется побыстрее закрыть традицию, чтобы бесплатные акведуки уже были. Я вот думаю, стоит ли мне еще религию получать? Мне как бы больше, в принципе, и не надо. Давайте, наверное, еду обрабатывать, чтобы текаль рос. Мне процент к производству достаточно. Вот у меня уже 4% плюс. Вот сколько у меня тут... Ну, у меня, правда, сейчас на еду стоит, поэтому... 4% от религии. Тут у меня как бы немного молотков. Так, поленки вырос. Производство. Вот, к великому маяку прилетело. Прилетело дерево, из которого его быстрее стали строить. Так, а здесь все-таки 4-6, а так 3-7. Естественно, еда. Нам надо отъедать столичку. Мы тут отстаем. Отстаем по всем параметрам, кроме науки. Сейчас мы догоним. Так, надо еще за этим следить. За армией. Ничего у него увеличилось. Что ж он там строит-то такое? Может, он пытается какой-нибудь ГГ захватить? 4-5 у него. Но он в нацколледж даже еще не выходил. То есть у меня очень большие сомнения, что он сможет меня по науке как-то опередить. Так, закрыли монархию. О, тут уже бизончик есть. Гуд. Да, Веллингтон караван. Денюшка. Сколько будет мне, кстати, давать? Я думаю, 10 где-то. Да, 9. Ну, 10. К тому времени, как будет построен колосс, 10 будет. 10 золота в ход, как раз я накоплю на ап голиасов во фрегаты. 6 голиасов. Это мне сколько надо? 720. Можно даже просто на ап триремы в каравеллу, чтобы приплыть и разграбить ему все торговые пути. И на этом денежку заработать. Золотой век, отлично. Надеюсь, маяк будет моим. Так, достроили. Теперь надо, наверное, сходить оленя обработать. Вообще, дорогу тоже неплохо бы. Но пока есть чем заняться. Раз, два, три, четыре, пять. 6 золота в ход будет содержание. Я думаю, что уже... Я буду с этого больше иметь денег, чем на содержание. Хотя, вот смысл мне отправлять рабочих, строить дорогу, если рабочим есть что обрабатывать, понимаете? То есть очень многие игроки начинают строить фигню просто. Вот, то есть дорога, конечно, она хороша. То есть никто не спорит, что она даст деньги. Но в случае вот этой войны, то есть еще дороги важны, чтобы юниты подводить, да? Здесь для этого дорога не нужна абсолютно. Здесь юниты никакие не будете подводить. То есть тут есть только соединить города для получения прибыли с торговых путей. И многие игроки начинают ее, эту дорогу строить вместо того, чтобы обрабатывать ресурсы, которые у вас есть. А обработка ресурсов даст вам лучшее развитие. Так, маяк, отлично.
Ну, столько всего много. Ну, вообще, рыбацких лодок надо поднастроить. И вот тут лодочки нам дадут очень неплохой плюс. Ой, я сейчас буду расти как на дрожжах. Так, а мой соперник закрыл? Он не закрыл традицию. Сейчас его догоню по росту просто и все. И прощай, прекрасная маркиза. Так, тут норм. Видите, сразу обозримость увеличилась, повысилась шерстистость. Так. Бизончиков бы обработать, конечно. Но пока займемся тут. Еще каждый житель мне плюс процент к производству дает. Замечательно. Так, что у нас тут после колосса? Stoneworks неплохо будет. Ну, честно говоря, мне остальные все чудеса. Вот Оракл, кстати. Давайте-ка мастерскую каменную и Оракула. Он тоже еще в него не вышел. А нет, вышел в философию. Смотрите, ну он, наверное, нацколледж все-таки строит. А Оракул в данном случае... Вот мне exploration требуется, чтобы еще производство от морских городов. Через 4 хода я уже выйду в Средневековье. Как я говорил, 10. 10 золота в ход. Сколько у него золота в ход? 14. А у меня 34. Все, он традицию тоже закрыл. Но у него, он же, помните, он взял пантеон на еду от лагерей. Он, видимо, еще поэтому неплохо растет. Все-таки у него там достаточно лагерей, чтобы красиво расти. Но у меня другие преимущества. Зато. Так, лодочки, лодочки. Цирк, мавзолей. Не знаю, честно говоря. Давайте, наверное, мельницу, а потом рынок. Так, втекаль закончил бегать. Обрабатываем лодку. Втекаль вообще, кстати, круче сейчас будет поотжираться, чем поленки. Просто потому, что в поленке меньше клеток на еду. Процентов. Да, я лучше вот распространю миссионера, сохраню и распространю втекаль и Веллингтон свою религию. Это будет намного более классно. Так, значит, образование, компас, астрономия. Ну, Стоунхендж, видимо, очень хочется религии.
Оракул очень будет в тему, потому что я возьму бесплатную социальную политику, открою Exploration, и потом возьму морскую инфраструктуру. Плюс три молотка в городах очень в тему. Во время строительства Голиасов это очень-очень неплохо. Так, что у нас с жителями? Ну, он тоже неплохо растет, вы видите. Следующим ходом посмотрю, то у меня 9-8. Следующим ходом гляну, как у него там второй и третий город. Насколько они больше. Так, я вышел в средневековье. Чего там Веллингтон хочет? Генерала? И найти гунов. Ну, гунов. Гунов я ему найду. Найти гунов я и сам не против. Так, производства нет. Давайте рост. У меня куча счастья. Надо это все в рост пускать. 6 ходов. Вот через 6 ходов, считайте, я приму лишнюю политику. Чем плохо? Я, кстати, думаю, что у него вот там золото 214 лишнее. Это он какое-то чудо строил, в котором я его опередил. Ну, было 214, сейчас уже, видите, 184. Так. Вот тут надо лес вырубить и построить фермочку. Небольшую ферму шрута по производству свеклы. Так, а почему тут можно... Нет, я не буду здесь ферму строить, я тут буду производство строить. Мне главное... Производство. У меня не так много с производством все-таки. Ну, видите, производство рядом, несмотря на то, что у него три города, а у меня два. Ну, согласитесь, это по науке на 4% аж опережаю. У него нету никакой возможности меня догнать. То есть у него нету ни уже библиотеки, да. Я раньше у него построил нацколледж. То есть у него реально науки меньше, чем у меня. И плюс у меня еще национальное здание круче, чем у него. Золотой век закончился. Да, я хотел его города глянуть. 7-5. Ну и столица, наверное, 10, я так думаю. Тоже, как и моя. Так. 7-5. 2-2. Видите, блин, текаль вообще как на дрожжах тут у меня растет. Хорошее место, хорошо вот подставил прям. Прям не нарадуюсь. Третий город не нужен. Так. Оракул. Потом эти мельницу и рынок. Хотя, подождите, может вместо мельницы... Мельница просто даст два молотка, а конюшня тоже два молотка. Да? Да. Ну, каждая лошадь дает по молотку, но конюшня... Ну, правда, мельница еще и две еды... А, одну продукцию она дает. Ну, давайте так, сначала конюшню все-таки. О, он вошел в средневековье. В гражданскую службу. Ну, надо его с чеченицей... А надо ли мне его вообще с чеченицей опережать? Важна ли мне тут чеченица? Четыре счастья. Счастье у меня немерено. Увеличивать золотой век.
Нафиг надо, потому что у меня золотой век уже не скоро будет. Так мне и не нужна чеченица, слушайте. Ну, я, короче, не буду я тут по поводу чеченицы волноваться. Пускай он ее строит, пускай тратит молотки. Мне это чудо не нужно. Счастья, я же говорю, у меня достаточно. 6 штук. Петра это неплохо, конечно. Ну и выглядит так, что там очень такое неплохое место под Петру было. Что ж. Тут уже можно нам поволноваться тогда. Ну, хотя поздновато, конечно. А, слушайте, у меня же скоро... Скоро начнут появляться великие люди. О, я смогу взять... Теперь ученого изжечь во фрегаты намного быстрее, кстати. Что мне этот Оксфорд, предположим, да? Ну, надеюсь, оракул мой. Он может быть не моим, потому что я не хост. Но в данном случае, надеюсь, он мой. Все-таки. Момент истины. Мне, кстати, больше чудес и не надо никаких. Все. Отлично. Я рад. Да, следующим ходом я получу... Следующим ходом? Нет, через 2 хода. Получу еще производство. Видите, как я сразу обозреваю окрестности. Неплохо. Рынок в Поленке, потому что отсюда, видите, бегает караван в Веллингтон. То есть дополнительные деньги рынок даст. Интересно, когда... Ну, через сколько у меня будет вот эта возможность выбирать великих людей? Я просто думаю, брать мне может сразу адмирала или все-таки ученого, а потом уже идти в адмирала. Ну, давайте поразмышляем. Вот. Висячие сады мне не нужны. 6 ходов ради того, чтобы расти. Артемиду мне нечего строить потом. Ну, 4 хода не то. Мавзолей Геликарнасский был бы неплох, в принципе. Плюс 100 золота. Вот это единственное, что, наверное. Парфенон, ну, мне культура уже не нужна с оракулом. Барабудур, я расставать свою религию не буду. Я сейчас просто куплю миссионера вот с одного этого. Чеченица и Айя Софья то же самое. То есть только если мавзолей Геликарнасский. Ну, тут уже обрабатывать нечего. Втекали. Ну, давайте, может, в нем как раз и построим. А, ну тут мавзолей не очень, как бы тут нету камня. Конюшню, но это один молоток даст. Конюшня.
Давайте-ка, наверное, трирему. Мы ее апнем в каравеллу уже скоро. Тут осталось несколько тех. Он уже и теологию исследовал. Что-то разошелся, гун. Гун-то разошелся. Что у него с золотом? Ну, примерно равно со мной. Тоже, небось, отправил караваны в ГГшки. Ну, видите, по населению примерно одинаково. Даже по производству я вот сейчас принял. Вот тут важно, что я его очень неплохо обгоняю по науке. Мне надо построить два универа всего лишь. Я открою сразу фрегаты. Рабочих у меня не хватает. Ну вот первый Тимбукту, блин, как я это еще могу назвать. Ну, видимо, надо брать этого ученого. Даже и не знаю. Даже и не знаю. Так, универ. Имеет ли мне смысл вообще сжигать ученого? Может, лучше посадить? Просто я быстрее выйду. Четыре хода. На один ход быстрее. Блин, я не потерял, если бы я сжег, сколько он мне дал бы науки. Надо было посмотреть, кстати, это я зря так быстро. Чеченица. Не знаю, зачем она вот в данной игре. Ну, я считаю, что мне она не нужна. Можете меня, конечно, покритиковать в комментариях. Так, трирема. Это трирема для апа в каравеллу и плыть, грабить у... Понятно, у кого караваны. Так, ну, триремы стоим тут. Ждем возможности апнуться. Так. Ну, блин, а чё тикаль так медленно растет, когда у него уже столько клеток можно обрабатывать? Не знаю, давайте я, наверное, вот эту клетку куплю. И вырублю здесь лес, построю шахту. Так. Что у нас с демографией? Ну, гун близко в плане тех. То есть вы не смотрите, что типа я на две техи его опережаю. На самом деле, скорее всего, на одну. В том плане, что... Он не открывал вот это Ironworking. Это я взял с библиотеки, чтобы построить 112. Да, он ее не открывал. То есть у него просто вот еще только не открыто. То есть, по идее, у него все те же технологии, что у меня, кроме, видимо, университетов. То есть мы тут близенько, близенько.
Да, еще одну трирему построю. А, перестал караван, думаю, что-то у меня 47 ходов поленки стал расти. Ну, 6 ходов. По идее, рост поленки можно закончить, видимо, на этом. Посадить в универы и производство. Собственно, стекалем сейчас мы то же самое сделаем. Сейчас он вырастет до 13. Храм Артемиды. Ну, вот я считаю, что мой соперник уже начал фигню откровенно строить. Так, Голиасы. Один ход, отлично. И Голиасы. Так, а сколько Оксфорд? Здесь 3 хода. Так, все, вырос. В принципе, тут все на... Ну, тут даже втекали и нечего переключать. Тут и так все на производство стоит. Так, ждем апгрейда в каравеллы. Проблема, конечно, что он знает, где я. Я не знаю, где он. Но я не думаю, что на такой карте, на двоих, это будет большой проблемой. Тем более, что я намного раньше него выхожу. Так, втекали производство теперь. Повыше. Так, а тут сколько Оксфорд строится? 5 ходов. Как раз астрономия 5 ходов. Голиас за один ход. Нормально. Мне нравится. Так, что у нас тут? Ну, на 10 молотков меньше производства, исходя из того, что у меня меньше городов, чем у моего соперника, это нормально. То, что у меня тут такая еда, вот сейчас уже еда нафиг не нужна. То есть, еда вам не позволит фрегаты построить. А, кстати, какие он там... Ну, то есть у него нету производства еще от Exploration, например. Так, 2 хода Голиас. Ну, построим его, а потом 3 хода будем строить Оксфорд. Вот так сделаем. Так, что у нас с армией? Ну, я думаю, он там Голиасы строит, наверное. Хотя, я не знаю, вышел в Голиасы, нет? А, кстати, и не посмотреть сейчас, потому что разная стоимость компаса и вот этих вот тех.
Не знаю, мне, наверное, надо было ученого... Блин, стоп, а чё у меня снято с... Чё это? О, три хода стало. Чё это я снял с академии? Вообще с ума сошел. Так, производство. Ну, кто-то может сказать, что еще один караван нужен, но у меня не будет столько голиасов, чтобы их апать. Вот, то есть у меня будет, судя по всему, только три голиаса к тому моменту, как мы выйдем во фрегаты. А может 4. Ну и даже если 4, то это 480. То есть у меня уже... А, хотя у меня аж каравеллы апну. Ну, не знаю, посмотрим. Пока я считаю, что важнее голиасы строить, чем... Так, что у нас с деньгами у соперника? 513. То есть он там тоже копит все путем. Сейчас все на голиасах... Ой, на голиасах, на фрегатах будет решаться. Точнее, даже, наверное, будет решаться, кто раньше... Кто раньше разграбит караваны сопернику, тот и молодец. Так. Голиасы. Видите, не совсем я ровно выхожу во фрегаты. На два хода позже Оксфорд будет, чем хотелось бы. Основал религию. Пагоды. Ну, так. У меня-то покруче. Все-таки процент от производства. 11%. Видите, 7 молотков всего разница. 7 молотков. То есть это, считайте, равенство. И кто выйдет... То есть чем раньше я у него буду начну корабли убивать, тем больше у меня шансов победить. А он-то, кстати, Оксфорд, ему в трех городах надо универ строить. Так. Поехали. Каравелки. Ну, шпиона мне пока некуда посадить, кроме Веллингтона. Кстати, а что Веллингтон? А, найти как раз Гуна. Так я пойду найду сейчас. Что, думаете, не найду? И, кстати, вот сейчас имеет смысл построить один караванчик. Все-таки. Так, пока тут стоим. Так, теперь мне Академия, по идее, уже не нужна. Давайте на производство. По максимуму. Ну вот, сейчас будем следить, когда мой соперник в Ренессанс выйдет. Насколько сильно я его опережаю в этом плане. Это важно. Это важно. Так, три голиаса у меня
Есть для апгрейда. Ну, то есть у меня 360 золотых как раз будет для их апгрейда. Так что все-таки еще один караван не помешает. Блин, да что ж он... Почему мне не дают нормально подойти к городу? Фигня какая-то. Так, стоим на месте. И тут для того, чтобы стать красивыми фрегатами. Ну, у меня одна каравелла сюда поплывет, одна сюда поплывет. По идее, он должен, конечно, по науке от меня отставать. Ух ты, Гонконг мне войну объявил, представляете? Давайте глянем, где он. А вот он. Так, и возьмем адмирала. И строим фрегаты. Так, раз... Два, три. Еще апнем, значит, нам еще надо будет одного, один фрегат построить. Больше у нас железа не будет. Иудаизм. 13-11. Так. Где гун? О, Сидон. Блин, я не заметил. Нет, я его второй нашел. Значит, это полуостров Гуна. Остров Гуна, отлично. Значит, мне недалеко плыть. Это счастье. Значит, я просто тут проплыву сейчас. То есть он Сидон нашел. И буду нагибать. Надо только караванчики найти. И Библос мы встретили. Ну, все равно это, знаете, так я еще пока предварительно говорю, что он тут. Ну, вообще проплыв я вижу есть. Возможно, это вообще-то какой-то отдельный островок. Тоже может такое быть. Эти дороги мне так и не понадобились между городами. Так, проверка. Exploration так и не принял. О, он в Ренессанс вышел. Блин, а как? Почему мне никаких сообщений не присылалось? Странно. Так, и что? Потратил он деньги на ап каравелл? Да, одну апнул, похоже. Но у меня на две клетки мои корабли дальше видят. Вот и границы. Ага, с этой стороны атаковать надо. Ладно. Главное, проплыв тут будет. А эту каравеллу я на всякий случай сюда отправлю. Я не хочу, чтобы он мне разграбил караваны в Веллингтон.
Библос, Сидон. А никто из них не хочет караван? Нет. Тогда я в Веллингтон отправляю караван. 22. Блин, три хода до возможности апнуть этот Голиас. Что с производством? О, у него стало больше. Так он, может, уже принял Exploration? Нет. В общем, пока ничего не понятно. Ну, города у него явно с этой стороны. Веллингтон, что-то моим... А, потому что я нашел гунов. Я и забыл. Ага, вот внизу каравелка была, видели, да? Причем он нас не видел. Ага, вот Голиас. Он нас не видел, потому что у нас дальше просмотр. Вот тут он был. Хорошо, мы сейчас ее перехватим. Так. Лес. Ну вот тут шахту. Фрегат поплыл. Насколько у нас смотрит каравелла? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, подождите. Выделываться. Все. Этой каравеллы нету. Вот и... О, фрегатики пошли. Но он их только апнул. Это очень хорошо. Еще один ученый. Куда мы его определим? Вот сюда. Его каравелла никаких бед еще наделать не успела. Так, следующим ходом апнем этот фрегат. О, плывет красавица. Ну, постоим тут. Надо контролировать этот проплыв. Ну, неплохо отъел города, кстати. Очень даже неплохо. Сейчас посмотрим, куда караван побежит. Ага, в город побежал. Сейчас посмотрим, куда побегут. Вот еще один караван тут бегает. Отлично. Блин, все равно не хватает. Куда деньги делись, я не понял. Не хватает одного... Один юнит апнуть. А, прекратил Веллингтон.
напали на беззащитную каравеллу. Втроем гопники. Гопники. Так, если каравелла плыла откуда-то отсюда, то, видимо, там будут... Точнее, там может быть город. А он и есть, собственно. Но у него золото... Ой, золото. Железа больше нету. Видите, не добегают его караваны. Ой, караваны. Фрегаты ко мне. Вот, наконец-то могу апнуть фрегат. Поплыли. Значит, сейчас самое важное — уничтожить его флот. Дальше уже будет проще. Что у него? Он все еще Exploration все никак не примет. О, надо мрамор обработать. Это значит, что у меня корабли бегают на две клетки дальше. У него на пять... 4-5. Пошли вот этот Хуантинич, наверное, тогда попробуем захватить. Он поплыл на выручку. Так, что тут у нас с каравеллой? Не знаю, может, ему там... Так, тут надо... Так. Будем смотреть, чем они там занимаются. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, он может подплыть и атаковать. Так, машинеры. Давайте. Банковское дело. Так, после приватера воркшоп. Тут то же самое. Вот он плывет на выручку, типа. Ну, кстати, по-хорошему город, наверное, даже быстро берется. Он думает, я его не вижу, а я его вижу. И может мне даже уничтожить этот. Да, наверное, надо уничтожать. Сейчас главное генералы, адмирала не потерять. Так. Вот основные силы. Ну, не убил ты его, не убил. Основные силы
Гуна сейчас будут уничтожены. Так, эти корабли уже никуда не денутся. Блин. Ну, я хотел, хорошо, я каравеллу тут поставил. Видите, ему невозможно подвести больше. Так, давайте подумаем, как тут лучше поступить. Да, попробую капером. Блин. Называется «Лёша долго думал». Лёша долго думал. Чё, не захватил? Класс. Да. Так, слушайте, ну надо корабли убивать тогда, потому что это не дело так воевать. Конные лучники бегут. Так, тут все плывут, я так понимаю, да? Что-то я медленно соображаю, но это как-то мое нормальное состояние, в принципе, да? Отойду, чтобы меня конный лучник не обстреливал. Ну, видите, ему как бы удобно, он около своих берегов, это я его атакую. Блин, что-то у меня упало с таким грохотом. Мне надо отводить войска и лечить. Так, слушайте, а что у меня там стоит? Каравелла бесхозная. Надо пограбить. Чё я тут?
Бесполезно. Так, давайте думать. Он сейчас будет обстреливать моего этого фрегата и пытаться его захватить капером. Значит, надо не дать каперу туда подойти. Вот и все. Да ладно. Он так прошел. Блин. Тупость какая. Как всегда, Лёша на уровне воюет. Так, начнем мы ему тут грабить караваны. Ну, 19, слушайте, столица-то неплохо у Гуна отъелась. На двух-то караванах. Он меня даже по науке уже догнал. Так, где у него железо? Вот у него железо. Мне надо сюда приплыть просто и разграбить это железо. Так, неплохо, неплохо. Я думаю, его расстраивает, что я его караваны граблю, как вы думаете? Постою тут. Я же, наверное, смогу лечиться вот у Веллингтона, по-моему, когда друг. Так, давайте-ка мы его еще союзником сделаем. Обстреливают там мою каравелку. Ну, что поделать. Перекликал. Да, могу лечиться, отлично. Меня радует. Так, давайте этого чувачка апнем. Сидон хочет денег. Не, надо до 500 довести. Так.
Нам надо железо разграбить сопернику. Плюс взять этот город. Он там крадется. Думает, что его не видно, видимо. О, блин, тут за меня играет еще и ГГшка. Вот почему Каравелла Веллингтона здесь вообще делает? Что она тут делает, вот по-хорошему, если размышлять? Ну вообще, как-то бессмысленный рейд. Так, что нам взять? Инженера. И что построить? Блин. Давайте пророка закроем религию. О, даже кто-то хотел у меня этого пророка. Так. Производство от специалистов. И плюс 20 около своих городов. Так, рыцари я построил. Поскакали железо грабить. А куда фрегат делся? Он что, решил, что я тут исчез, да? То он зря. Убил. Да что я делаю? Фрегатом убил и город. Значит, этот фрегат походил. Правильно я размышляю? Эх. Почему вот Каравелла ушла? Не, уже можно двух фрегатов построить. Мне, они их убили. А, я мечников не открыл, что ли? А, нету железа. Ладно, пускай стоит. Ну где-то вот... А, вот его. Фрегаты приплыли. Сейчас будут мочить.
приготовим лечилку. Наверное, рано я ее использовал, да? Ладно, сейчас попробуем по-другому. Нет. Нет. Я, может, разграбил тут караван или что? Или где он? Высажусь тут. У этого лечилка будет. Этим надо захватить этот корабль. Лады. О, плывет по мои караваны. Отлично. Успел. Так, а почему? У меня внезапный избыток. Железо стал. Вроде два было. Ну да ладно. Не, все-таки преимущество в... Кстати, он Exploration-то взял, вот так и не взял. У меня на две клетки плавают быстрее корабли. Но это настолько крутое преимущество, я не понимаю, почему он в Exploration не пошел. И куда он вообще пошел? Ой. Что он вообще себе думает? Надо не выпускать. Эх. Отвлечем. Он сюда плывет. А мне надо, чтобы он не видел, как у меня рыцарь высаживаться будет на железе. Так, фрегат. Теперь можно...
каравелка сюда плывет. Ну. Туда отправим. Так. Да, видите, вернулся он фрегатом, чтобы меня тут пообстреливать. Зря. У него должны быть... Ну, то есть, я просто вижу его юнит и предполагаю, куда он хочет пойти, что сделать. И это, конечно... Так, сейчас я отойду от города. Во все стороны плыву. Да, надо быстрее высаживаться. Так, разграбим дорогу. Ну, ты будешь обстреливать моего капера? Признавайся. Выставишь сюда трибушет или нет? Отлично. Где тут каравелла, которая убила мой? Так, религия. Ну, вот теперь я считаю, что я уже тут победил. Тут сложно будет моему сопернику. Теперь как-то мне помешать. Кстати, железо у него еще где-то есть. Какое-то. Так, давайте продавать здание. Хорошее у него место. Ну, вы, собственно, сами видели по развитию, как у него все неплохо было.
О, достают все-таки фрегаты до меня. Ну, ничего. Токолик Абаш следующий. Библиотечку продадим. Ну, это, конечно, самый худший город Гуна был, но у него просто... Он теперь просто мне должен, да, по всему проигрывать. Библос мне войну объявил. Теперь Сидон с Библосом сейчас будут воевать. А, убил. Жаль, хороший конник был. Все. Всеми пострелял. Приватер. Так, продавать тут больше нечего. В город спрятал. Ладно. А где ж у него еще железо тогда на фрегаты, я что-то не пойму. Или у него как раз... А, вообще у него около столицы должно быть железо. Что-то я... У нас же стратегический баланс. О, у меня есть клетка полечиться. Прикольно. Куда тут плывет фрегатик?
Что же он там такое делает-то важное? Токолик Абаж. Абаж. Абаж, помните, это... Оля в Зазеркалье там. Был маркиз Абаж. Нет, не умирай. Неужели он после взятия еще первого города надеялся, что он сможет отбиться? Зачем ему мир? Хочет посмотреть мое место, что ли? Ну, как бы сложно какой-то подводить итог. Я все еще до сих пор считаю, что на таких картах два города намного лучше. И важнее выйти раньше в национальный колледж и так далее, чем вот заниматься... У него отличные места, у него... он отлично развил город, но он отставал постоянно от меня по науке. Я раньше него вышел все равно во фрегаты, и даже несмотря на худшее место, у меня было хуже место, чем у него. Смотрите, у него тут Петра даже неплохая получилась. Несмотря на то, что у меня было хуже место, чем у него, я смог победить. Так что... За мая всегда такие какие-то не очень места. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Все, на этом все. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.